Мои дорогие друзья-подписчики и гости моего канала. Сегодня я вас буду удивлять. Сегодня я выкладываю рецепт, как я делаю домашний творог по просьбе э, моих замечательных подписчиков, а в частности, Лилии Гладченко. А начинаем мы делать творог с молока, конечно же. Молоко надо брать. Очень жирное. Чем жирнее молоко, тем вкуснее будет творог. Здесь у нас два галлона молока. В каждом галлоне 3,78 литра молока. Заливаем молоко в самую большую кастрюлю, какую только есть в доме. Самое главное, чтобы там немножко осталось места, потому что мы туда будем заливать простоквашу. Простокваша в доме у меня есть всегда. Я ее очень часто использую в своих разных готовках ну и в том числе вот для творога. Наливаю простоквашу, вот в мою кастрюлю, где-то один стакан на все это вот количество. Можно кефир вместо простокваши. Видите, как должно получиться после того, как все это простояло о, всю ночь. Вот такой консистенции, вот, вот так вот. То есть очень должно быть густо. Затем все это ставим в духовку при температуре 100 градусов по Цельсию и где-то на полтора часа, для того, чтобы получилась вот такая вот масса. То есть это уже готово практически творог. Затем я беру вот такой глубокий большой дуршлаг. Ну вот чем больше, тем лучше. Затем вкладываю туда марлю, такую большую марлю. Я специально ее заказывала с интернета. Чем больше, тем лучше. Завязываем вот таким образом крест на крест. А теперь я хочу поделиться с вами моим маленьким секретом. Я беру мою вот эту вот кастрюлю, вставляю в нее держалку для бананов. Вот я так придумала, для того, чтобы ну, мне было удобно. Подвешиваем наш творог на эту самую держалку для бананов накрываем полотенчиком и оставляем, ну, я обычно на ночь оставляю, и когда уже под утро, мой творог готов. Вот таким вот образом, он у меня уже сухенький, вот я его вынимаю, вот столько у меня получилось. Перекладываю в любую подходящую посуду по размеру. Ну и все, Теперь можно из этого творога готовить сырники, запеканку, ну или просто взять и с вареньем, со сметаной тоже очень вкусно.